Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Скандал вокруг личной жизни Наташи Королевой и Сергея Глушко набирает обороты. После официальных выступлений артистов относительно шумихи решила сказать свое слово женщина, которая может быть тайной возлюбленной стриптизера. Около недели назад Наташа Королева обратилась в полицию с жалобой на то, что пока она была в отпуске, из ее дома пропали ювелирные украшения и большая сумма денег, причем в валюте. В преступлении подозревают двух женщин, которые заходили в гости к мужу артистки, стриптизеру Сергею Глушко. Одной из них якобы оказалась некая Анастасия Шульженко, 28-летняя уроженка Краснодарского края, которая приехала в Москву, чтобы работать моделью и актрисой. Однако сама Настя уверена, что ее хотят очернить, ведь оказывается, что у нее с Сергеем Глушко якобы был роман. А когда об этом узнала Наташа Королева, то и появилось злополучное заявление в полицейском участке. Специалисты отмечают, что отношения с мужем Наташи Королевой для Анастасии Шульженко действительно могут обернуться серьезными последствиями. Дело в том, что уже проводится проверка по заявлению певицы. Из ее дома якобы похищены драгоценности на сумму 5,2 миллиона рублей и наличные 3000 евро. Такой ущерб тянет на кражу в особо крупном размере. Виновный может сесть в тюрьму аж на 10 лет. Анастасия всерьез обеспокоена своим будущим, поэтому записала обращение. Она представилась и заявила, что в ее адрес от небезызвестной пары поступают оскорбления и обвинения. «Я прекрасно понимаю, что в наше время, чтобы обвинить человека, достаточно иметь определенный административный ресурс. Я не сомневаюсь, что у этой пары достаточно знакомых, друзей, связей, которыми они могут воспользоваться, чтобы достигнуть своих целей. Вы понимаете, о чем я говорю?» Она призналась, что некоторое время состояла в интимных отношениях с Сережей, прекрасно понимая, что он женат. Однако Анастасия подчеркнула, что якобы никогда ничего от него не требовала и не пыталась афишировать их роман. Но сейчас со стороны его супруги, чтобы напугать меня или просто очернить, в сети появилась информация, что я якобы совершила преступное деяние. Это незаконное обвинение в том, чего я не совершала. Я не исключаю, что во время следствия могут возникнуть какие-то искусственно созданные доказательства и провокационные действия, призналась Шульженко. На этом фоне весьма подозрительно смотрится то, что, согласно некоторым данным, Наташа Королева пока даже не составила опись пропавших украшений. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!